Всем ассаламу алейкум, я рада, что вы смотрите мой канал. Сегодня приготовим очень вкусный кабачковый рулет. Для этого берем кабачки, натрем через мелкую терку. Я сначала через крупную натерла, потом через мелкую. Выжимаем лишнюю жидкость. Затем добавим натертую морковку, муку, одно яйцо, соль по вкусу и паприку. А также я добавлю черный молотый перец. Теперь это все хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешали. Теперь противень застелим пергаментной бумагой или же ковриком, как у меня. У меня силиконовый коврик многоразовый. Все равномерно распределяем. Отправим в разогретую духовку до 170 градусов на 20 минут. Далее подготовим начинку. В раскаленную сковороду наливаем масло растительное и отпускаем мелко нарезанный лук. Жарим до прозрачности 2-3 минутки. Далее добавим мелко нарезанные шампиньоны и обжариваем до мягкости. Солим, перчим по вкусу. Все, в конце добавим сметану, хорошо перемешиваем и выключаем огонь. Ну вот, наш кабачковый рулет почти готов. Теперь кладем нашу грибную начинку и равномерно распределяем. Далее посыпаем натертым сыром и заворачиваем в рулет. Еще раз отправим в духовку на 20 минут. Вот такой вкусный рулет у меня получился. Я здесь добавила 3 столовые ложки муки. Когда вы будете готовить, добавьте еще 3 столовые ложки муки, тогда у вас твердый, красивый рулет получится. А так очень вкусный. Как-нибудь обязательно попробуйте.